Там сейчас люди сидят, и мы будем... Они хотят обучиться бесплатно программированию, трудоустроиться, поэтому мы будем сейчас спрашивать, опрашивать, чего они хотят. Знакомиться будем. Это Саша. Я стесняюсь так. Привет! Привет, меня зовут Лето. Внезапно. Я гражданин Таджикистана. Приехал сюда учиться. Меня зовут Сугутова Марина, мне 23. Зовут Зима. Ну, 30 есть. У нас вот всегда кто-то тусуется в инкубаторе, сами студенты с разных групп, короче, всегда движуха, всегда можно что-то спросить. Другие люди, у них отпуск, они приходят сюда и задрачиваются, блин, отпуск, когда еще, когда не в отпуске, задрачивать. Типа, я могу задрочить, пару недель задрочу, прихожу месяц, а потом силы заканчиваются, поэтому очень важно, чтобы нравилось. Да. То есть обучение может длиться реально бесконечно, ну как бы, да, как кажется, типа, как ты подписался на бесконечность, по факту 6-7 месяцев это потолок, то есть, ну, просто невозможно столько учиться долго, как бы, оно вот работодателю тебе берет. То есть на работу попали, люди на перерыв, быстро там схавали что-нибудь, какой обед, сидите задрачивайтесь, домой вернулись, сидите задрачивайтесь, приходите к нам и так далее. То есть такая вот, как бы, концепция. Почему-то вам знать, потому что бесплатный человек, который у нас будет, по такой же схеме будет участвовать. Бесплатно, как будто вы заплатили на данный момент 1050 рублей на свое обучение. То есть по такой же штуке. То есть просто ходите, когда хотите в Телеграме задаете вопрос. Когда хотите, говорите, мне нужна помощь. На 2 апреля пойдет один человек. Но через месяц еще будем еще брать. Или одного, или двух уже. Ты обязан помочь двум бомжам, короче, потом. Ярославу там 21 год. И 20, и литр 50. Такой литр подкармливает, всегда дает. А все, Ярослав как бы уже кенчик упорхнул, как бы так грустно становится. Ну что за херня? Ну, в любом случае, наша задача как бы трудоустраивать. Я наконец-то взял баре. И все, я потом подумал, да, я, наверное, смогу, я, наверное, ну, я взял БРЭ, почему я не смогу выучить, ну, типа, там, программирование какое-то. Короче, я пришла вообще за тем, что я люблю тусовку, я люблю людей, которые чем-то вдохновлены, и мне на самом деле абсолютно все равно, чем заниматься. Я, в общем, забил на работу сейчас, хожу в библиотеку, читаю книжки, ну... Ну, пришел сюда, чтобы, ну... Все свои знания, чтобы мне что-то помог просто их собрать в кучу. Формочки, списки, редактировать, добавить, удалить. Это все вот эти вот, все вот логин, форма логина. То есть все примитивно. Это как бы, ну, с этого начинается как бы вхождение в программирование. То есть там свои сложности есть, как бы, ну, то есть как бы вот сейчас, да, вот вы расскажете, что вы уже знаете, просто зафиксировать ваши знания. Потом человек нам будет ходить, мы его будем снимать, монтировать, такой, типа, ну, история успеха или история неуспеха. То есть какие-то комментарии будут, и вот каждый у нас через полгода, там, когда человек трудоустроит, ну, 2 месяца, молодые вообще студенты, РТИшники, которые приходят, через 2 месяца, 1.5 устраиваются. Они и так как бы в теме, они немножко здесь валятся, как бы они, ну, и все, и работодатели их легко берут. Кто постарше, тому, ну, сложнее чуть-чуть. Есть представление о ГИТе, ну там, первичная команда. Ты сама скажешь, что HTML, CSS, дизайн, иллюстрации. Начал изучать, получается, HTML, CSS. Я даже не помню, почему я это начал изучать. В общем, изучил там быстро за 2 недели, все мне уже стало скучно. JavaScript я знаю, ну, структуры данных. Вот для меня сейчас самое сложное — это позиционирование, вот именно чистый CSS. А глубоко копнуло в CSS и HTML? Ну, пришла в HTML-академию, в код-академию. Куда бы вы на платные не пошли курсы, начните задрачиваться до платных курсов. Любые платные курсы, там пиздец какой темп. То есть я смотрел твое видео, то есть вообще круто зашло, все очень досконально, все очень понятно. На работе сидишь, типа, можешь почитать онлайн, ну нахер ты тут онлайн. Лучше, блин, посиди попрокачивать, у тебя зарплата быстрее вырастет, а уже за стены компании выйдешь, все, у тебя свободное время. Имеешь право ничего не читать больше. Хотя как бы задрачиваться надо всегда. Я не могу сказать, что я просто фанатею там по коду и думаю, что о, я великий программист или что-то. Так вот, на собес идете, вас типа, ты там типа лох, а дальше типа, о, блядь, берем. И кажется, типа, о, берем, все, типа работа, все, мой шанс, все. А на самом деле нет, все, знайте, раз кто-то предложил, значит, скорее всего, в следующий раз ты пойдешь, тоже предложит. Ой, не взяли, ну похер, уже предложит. Идешь, о, блядь, берут. О, берут. Один раз, ой, все, да, то есть, да, все, один раз. Я на собеседование ходил, это вообще немного как, ну, подумаешь, ну, скажу, не знаю, не помню, ну, типа, выглядишь немножко идиотом, ну, что, не первый, не последний раз, ну, как бы, нет, вообще да. Париться не о чем. В свое время, то есть, я организовал компанию, то есть, ну, как бы занимались установкой видеонаблюдения. То есть, из этого я, как бы, ну, там понимаешь одно, что я, как бы, дорос до того уровня,
столкнулся с бюрократией, и мне стало как бы неинтересно. Я работаю, как это сказать, менеджером по готовке, чтобы типа не сказать, что кулинар, да? Киберспортивная команда, ребята играют в КС. Ну, я фриланс, короче. Пока что не работаю, но хотелось бы, конечно, устроиться по своей специальности. Прошлый год я поваром почти весь проработал. Заказчику не нужен, не нужно говно, которое... А нашим барыгам пофигу, они берут, обещают, ездят по ушам. Да, ну, продавец знает, как бы без обид, да, то есть...